Доброе утро. Доброе утро. С чего начинается ваше утро? Наше вот начинается с примерки каких-то платьишек непонятных с какими-то колготочками. Когда кофты будут носить? Ты кофту обещала, девочка. Мы сегодня, я думаю, пойдем, потому что сейчас спешусь, и если все норм, то мы сегодня идем с тобой, обговариваем насчет кофт, потому что ткань уже пришла. Это будет мятный цвет, я уже говорила, он будет супер. И штаны. Штаны должны быть просто бомба. Но секрет пока будет. Но пока секрет, да. Они такие, знаете, за мамушечкой будут. Непростые. Короче, ждем. Совсем скоро уже будет, да? Да. У тебя заманушечка вон там, между ножей. Так это просто там еще не легло все. Официальное заявление. Угу. Убери черненькую херню с губы. Поехали. Официальное заявление. Ага. Мне надоело то, что я ем эту всякую фигню. Вчера вот опять с Пашей поела. Слабая такая. Прям не могу, животное какое-то. Пошла побегаю, потому что надо начинать уже бегать. Ты пойдешь со мной? Ты будешь монтировать? Я монтирую. Отговорка у него. А я-то пошла побегаю. Да, пошла, вы знаете, куда? На набережную даже, вот. Угу-гу. А потом еще туда и сюда. Угу. Я сделаю это. Да? Да. Заряженная на успех. Да, я чувствую себя героиней, если я пробегу еще и вообще не сольюсь, то я вообще такая буду четкая девчонка сегодня. Ошейник одень. Я одену сейчас тепло, сейчас я... Кстати, вот если вы хотите начать бегать по утрам, ну или вечером, ну какие-то отговорки себе ищите, засуньте их себе в задницу. Потому что если вы сказали, вы должны делать. Нужно сказать именно самому себе. Вот. Так что побежали. Самое главное, это взять с собой классную музыку и с позитивом начать бег. Начинаем так красиво. Ну, не играть, конечно, а речку так. Столько позитивных эмоций, что я это сделала, подняла свою толстую задницу и пошла бегать. Начинайте и вы. Фу, заряд бодрости на весь день. Приперлась. Вся красная. Спотела. Че, как? Хорошо. Снимала тебя? Да, ну, трудно снимать или бегать, это получается, ты сбиваешь дыхание. Ну, в Инстаграм ты стопудово что не сняла. Я когда уже обратно шла. Знаешь, в Инстаграм-то она все может снять. Капец, а нам на Ютубчик нам нифига. Но я так не потела. Фига у тебя подмышки почему-то здесь сверху. О, нифига. Я же говорю, бегала, это доказательство. Че, ребят, кто хочет с Настей бегать? Кто хочет со мной бегать? Да. Давайте договоримся, если вы скажете, что я буду с Настей бегать, только точно, без отмазок. Тогда я сам буду бегать. Да, кто из Перми? Вы готовы с нами бегать? Напишите в комментарии, и мы соберем беговую собратью какую-нибудь, да? Да. Ты, получается, бежала вот отсюда, вот до сюда, плюс там еще добавить можно то, что ты вверх поднималась столько. Получается, 1,6 километра в одну сторону, плюс 1,6 километра в обратную сторону. Короче, по поводу правды или действия. Дело в том, что мы хотели перенести поход на правду или действие вместе с вами на следующий вторник, чтобы идти за 150 рублей, потому что во вторник день кино в наших кинотеатрах в Перми. Но в следующий вторник, это 1 мая, это праздники, и не получится, в общем, даже так во вторник следующий. Так что, наверное, с правдой или действия мы отменяем вместе поход. Вот, а с кино, я думаю, мы в следующий раз подумаем, может быть, перенесем на еще следующий вторник. В общем, посмотрим. Если фильм достойный, можно сейчас прямо даже оценки посмотреть. Я вам скажу, есть ли смысл на него идти. Так, правда или действие. На Кинопоиске. Набрал оценку 5. И рейтинг кинокритиков ужаснейший.
Короче говоря, мы отменяем поход на «Правду или действие» полностью, потому что ходить на второсортное кино не совсем хочется. Вот, но в любом случае потом дома вместе посмотрим и скажем, насколько это дерьмо-дерьмо. Все, погнали, дальше продолжаем день. Короче, мы вышли с Настюхой, тут еще к нам Кирюша подсоединился. Это мой папа, если кто не знает. Видите, он как взрослый выглядит? Вот, это мой отец. Старый, да. Старый он у нас. Короче, сейчас мы ждем Давида с Алиной, у нас будет задача, скоро узнаете, что снять. А сейчас Настя хочет фотографию 9 на 12. Я не знаю, она ищет красивые места, якобы, которых у нас. Места нет красивых. Как вы знаете, нет? Пермь первая, красиво? Конечно. Все, друзья, идем в красивое место, будем фоткаться. Настя специально оделась так, что ей будет холодно. Молодец. Мне вообще не холодно, вообще не сколько. Ай, давай, рассказывай. Фотосессия у нас, видите, фотосессия. Мы нашли зиму. Да, Настюха? Да, я сейчас на борде. Да, тащи, тащи борд. Считайте, у Давида первый контракт рекламный. Реклама пермского пива за 3000 рублей на канале. У тебя сколько подписчиков? 20 тысяч. 20 тысяч на канале, ого. Ссылку мы оставим в описании. Мы, кстати, там в некоторых пранках принимали участие, поэтому обязательно посмотрите. Перед мероприятием я тоже. Фига себе! Война, ложись! Ты даже на таком же летал? Да, только по ноге. Фига, он там прям пролетел, да? Хочу. Сколько стоит прилетать на таком? Сейчас уже дорого, быстрее, 6. Блин, друзья, а вы не боитесь летать на самолет? Потому что я вообще не знаю, я прям всу. Мне кажется, это самая страшная смерть, которая может быть только, когда ты знаешь, что совсем неизбежно все, и просто ждешь. Нет, не очень. Касание с земли вот этого ждать. Да. Ладно, не будем о плохом, погнали. Фоткать не умеет, Зарина нормально фоткала. Ты что, офигела? Я вообще больше тебя фоткать не буду. О, стиль. Тут не видно. Короче, сейчас... все, ладно. Пашка хорошо фоткает у меня. Фоткай, пожалуйста. Короче, у Давида, у мамы день рождения. У тещи? У тещи день рождения, едем. Покупать подарки. Покупать подарки. Еще там стоят ДПС, поэтому я за рулем. У нас есть. Паша, это не надо говорить. Да. Не надо. Ну, Паш, не надо. Это не надо говорить. Опа, уже кого-то факнули. Вообще в эти зеркала ничего не видно. Я уже столько раз в аварийной ситуации побывал, это просто триньеды. Кто ездит, ребята, на семерках, друзья, расскажите. Не стесняйтесь, первое, что я вам хочу сказать. Просто реально скажите, что сделать с зеркалами заднего вида? Ни хрена в них не видно. Как быть? А я увидел сразу же их. Сегодня. Так я смотрю, хоп, Паша, Настя, я такой, привет, Тимур. Паша. Фу. Все, красавчик. Че, вобло что ли попадал? Тимур и Егор, короче, они подмутились, показывай. Санлайт сейчас концент бесплатно выдают. Да, это в честь дня рождения. Да, если у вас день рождения, бегите, забирайте. А, че это, ключик какой-то? Да, серебряный. Серебряный даже? Сколько там грамм? Я не знаю. Короче, ребята бесплатно тут берут, мутят, прикинь. Че мутят? В честь дня рождения дают бесплатные всякие ключики, всякие жемчуги. Да? Да. Прикинь. Ребят, мы не такие в шоке. У мамы, у одного из них день рождения. Так у тебя тоже живой. Что у вас за день рождения? День рождения у тещи, что это? Скидки какие-то. Нет, там бесплатно дают ключ какой-то. Там же не серебро дарят. А пацаны-то, знаешь, что сказали, типа, серебро? Уходили счастливые, короче, такие, серебро, а там вон бижутерия, говорят, дарят. Девчонкам в общаге где-нибудь подарят, девчонки потекут. Нам еще ребята жвачку дали. Скажите. Спасибо! Спасибо, ребята, они, такая они... вкусная жвачка. Они нас смотрят, как раз посмотрят. Спасибо, пацаны, вы как всегда хорошие. Блин, нас узнают только хорошие люди. Да. Вот только хорошие, реально. Ни одного дерьмового человека нас не узнало. Че? Пошли, зайдем в книжную, я хочу посмотреть, сколько книга она стоит. Нам нужна группа ВКонтакте. Слушай, тут-то это, эти? Нет, тут не только про него. Пруфы, бля? Пруфы. Пруфы? А тут и нафиг. Девчоночка узнала в передней двери. Я не может не знаю, просто такая же позитивная. Мы просто вышли из автобуса. Вышли из автобуса и пели песни «Опа-опа, Америка, Европа», которая играла. Пошли бегом.
которая играла в этом, в автобусе как раз-таки. Что, расскажи про кофту? Про кофту. Скоро будет готова. Цвет вы увидите, вот я его сейчас показываю, я снял. Цвет такой летний, ну и кофта сама, она будет не теплая, она будет больше такая летняя, потому что мы рассчитываем на летнюю коллекцию. Летнюю коллекцию? Летнюю коллекцию. Как это ну звучит? Я пока ничего не хочу говорить, что там все супер-купер, потому что это пробное пока будет, и я очень-очень надеюсь, что все, как я захотела, так и сбудется. Прям аминь. Ну, там она все сложена, наворотила, еще штаны какие-то крутые. Друзья, наступает вечер. Кстати, нам девчоночка из этого написала, что она нас видела, ей было приятно. Нам тоже приятно. Вообще, мы вас приятно прям всех видеть сегодня. Еще парень был очень хороший. И вообще, вы все очень хорошие. Но нам нужно прямо сейчас вам посоветовать фильм. И это фильм «Малыш на драйве». Угу. Вот. Он достаточно простой, веселый, позитивный и довольно-таки интересный. 3, 2 Твоя песенка света. 1 На драйве. Ну а на сегодня все. Спасибо, что были сегодня снова с нами. День закончился, завтра ждет новый день. А сегодня было хорошо. А завтра будет лучше. Пока-пока.